Добрый день, уважаемые участники онлайн-диктанта. Вас приветствует Томский государственный университет. Меня зовут Михаил Викторович Грибовский, я директор интернет-лицея ТГУ. Как вы, наверное, знаете, 2015 год объявлен в России годом литературы, и мы у себя в интернет-лицее решили целую серию мероприятий, посвященных этому году, провести. И то мероприятие, в котором вы сегодня участвуете, одно из таких. Признаться, мы не ожидали, что у такого большого количества школьников найдет отклик наш призыв участвовать в онлайн-диктанте. На текущий момент уже порядка 400 школьников из разных регионов страны записались на онлайн-диктант, и это нас заставило немного поменять те правила, которые мы изначально объявили. Изменения не столь большие, исчезает момент, связанный с видеотрансляцией, который мы хотели использовать для дополнительного контроля над участниками. Поэтому ваша задача состоит в том, что после того, как вы прослушаете данное приветственное слово, перейти по ссылке, приступить к выполнению онлайн-диктанта и начать работать. А работа ваша будет заключаться в том, чтобы заполнить интерактивную форму. Мы составили для вас специальный авторский текст с помощью профессиональных филологов Томского госуниверситета. В этом тексте 257 пропущенных элементов. Соответственно, вы должны из предложенных вариантов выбрать верные, так чтобы выполнить отлично данный диктант. Диктант рассчитан на 45 минут. Это означает, что по истечении того времени, даже если вы не завершили свою работу, вы не сможете продолжать выполнение онлайн-диктанта, но ваш результат будет учтен. После того, как вы справились со всеми заданиями, вы заполнили все пропуски, выбрали все предложенные варианты, вы должны нажать на кнопку «Далее» и следовать инструкции, выбрать еще одну кнопку «Завершить выполнение онлайн-диктанта». Вы получите после этого данные о том, как много вы сделали ошибок, за какое время справились с заданиями. И в итоге мы обнаружим победителей и призеров этого мероприятия. При учете победных мест будет браться во внимание и то, сколько участники допустили ошибок, лучше, если победитель не допустит ни одной ошибки, и то, за какое время победители, призеры, участники со своим заданием справились. Всех вас, всех участников ждут непременно сертификаты участников онлайн-диктанта от Томского госуниверситета, а призеров и победителей – ценные материальные призы, которые вы получите по почте. На этом я завершаю приветственное слово. Желаю вам отлично выполнить наши задания и справиться с онлайн-диктантом. Также желаю, что вы будете и в дальнейшем принимать участие в дистанционных и в очных мероприятиях Томского госуниверситета со школьниками. Всего доброго, спасибо и удачи!